Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Третья мировая». Обезумевший от горя бездомный мужчина получает шанс изменить свою жизнь, но все заканчивается ужасной трагедией. Выпустите нас! Эй, кто-нибудь! Выпустите нас! Откройте дверь! Откройте! Фильм начинается с беседы на языке жестов между мужчиной по имени Шакиб и глухонемой женщиной Ладан. Оставив деньги на кровати, мужчина осторожно выходит со двора и уходит прочь. В следующей сцене он работает мерчендайзером, расставляет бутылки с алкоголем по полочкам. Владелец магазина наставляет Шакиба, что нельзя ходить в публичные дома. Местные этого не одобряют и могут сгоряча спалить заведение. Утром Шакиб с другими разнорабочими ждет на обочине заказчиков. Пропустив первый пикап, он с коллегами на перегонки бежит к другой машине. Работать предстоит на стройке. Рабочих перевозят в красном доме, погруженном на грузовик, к месту работы, где они разгружают доски. Бригадир, отметив трудолюбие, приглашает Шакиба прийти на следующий день, что для бездомного подъемщика весьма важно. Переночевав на складе магазина, Шакиб возвращается на работу. Рабочие возводят забор из колючей проволоки. Кроме оплаты, работодатель обеспечивает их едой. Труженики обедают в сарае, кто за столом, кто на полу. Получив плату, Шакиб интересуется, приходить ли завтра. Узнав, что тому негде жить, начальник предлагает должность сторожа, которая включает место для ночевки. Кроме исполнения обязанностей, мужчина не должен никого приводить на рабочее место. Помощник бригадира Хасан поясняет, что тут строятся декорации для фильма. Хасан определяет сторожа в здание газовой камеры, где нет света, так как у него личная неприязнь. Шакибу отдали место, на которое он рассчитывал пристроить брата. На следующий день вместо таскания тяжести мужчина трудится на кухне. Позже появляются помощники постановщика, чтобы набрать массовку. Они раздают полосатые робы и велят рабочим переодеться. Киношники снимают сцену в газовой камере. Массовка раздевается, после чего их гонят по коридору в душевую, а затем загоняют в тесное помещение. Сверху раскрывается окно, и актер в нацистской форме поливает их якобы ядом. Шакиб не понимает, что происходит, но вместе с остальными подыгрывает в меру сил. Когда сцена заканчивается, массовку выпускают из декораций и разрешают одеться. Однако на этом съемки не прекращаются. Пленников гонят изображать каторжные работы в грязи. Затем узники из-за ограды смотрят на прибытие фюрера с инспекцией. Руководитель лично хочет убедиться, что концлагерь функционирует в штатном режиме. В процессе лже-Гитлер внезапно падает без чувств. Ему стало плохо. Из-за болезни актера съемки приостанавливаются. Шакиб возвращается к обязанностям разнорабочего и сторожа. Разнося еду съемочной бригаде, он просит у бригадира, который также является продюсером, разрешение спать в другом месте. Нынешний ночлег протекает и полон сырости. Беседу прерывает помощник режиссера. Шакиба приглашают на прослушивание. Его выбирают среди всех претендентов на роль выбывшего артиста, чтобы съемки не простаивались. Шакиба стригут, бреют, переодевают, и вот он уже вылитый Гитлер, зигующий на камеру с грустным выражением лица. Вечером по видеосвязи он показывает свой новый лук Ладан. Женщина беззвучно смеется с нового образа приятеля. Также мужчину переводят спать в красный дом, где ночует Хасан. Сосед рассказывает, что продюсер недоволен выбором дублера. Он убеждает Шакиба отказаться от роли и вернуться к должности сторожа. Расстроенный мужчина ночью сбривает знаменитые усики – допуск к Пруссии. Утром гладко выбритое лицо раздражает начальство. У киношников на Шакиба большие планы. Продюсер велит подписать контракт, чтобы оштрафовать в случае повторного нарушения. Тут же поднимается вопрос о спальном месте. Выясняется, что Хасан немножко соврал по поводу ночевки в красном доме. Выяснив правду, продюсер отправляет лжеца в сырую газовую камеру, поменяв его с Шакибом местами. Наклеив искусственные усы, киношники продолжают съемки. В новом образе у Шакиба возникают проблемы с некоторыми сценами. В частности, мужчина не может ударить по лицу другого человека. Запоров десяток дублей, актер оказывается лицом к лицу с режиссером. Тот лично наставляет новоиспеченную звезду, как нужно сыграть. Эмоциональная накачка приносит плоды. Следующий дубль Шакиб отыгрывает гораздо лучше. Вечером по видеосвязи он хвастается Ладан, что живет в новом доме. Выйдя на связь после съемок очередной сцены, мужчина видит, что женщина плачет. Чтобы выяснить, в чем дело, он просит подвести его до города. Ладан сообщает, что сутенер хотел накачать ее наркотой, чтобы повысить производственные мощности за счет снижения усталости. Ей это не понравилось, и она ушла. Женщина просится перекантоваться пару дней у Шакиба, но тот не имеет права приводить посторонних на работу. В итоге мужчина поддается на уговоры.
Когда стемнело и рабочие разошлись по домам, Шакиб тайком проводит Ладан в Красный дом. Чуть позже в небе гремит гром, как бы намекая, что тучи сгущаются не только в прямом, но и в переносном смысле. От дождя газовую камеру заливает, и Хасан посреди ночи ломится обратно в дом, вынуждая Ладан прятаться в шкафу. Съемки продолжаются. Шакиб вместо реплик просто считает вслух, озвучку добавит на постпродакшене. В перерыве мужчина слышит, как продюсер выговаривает Хасана и велит оставить новоявленную звезду в покое. За обедом Шакиб интересуется, правильно ли поступает, сообщая поведение Хасана, после чего уносит обед в дом. Принеся Ладан еду, мужчина напоминает, что ей нельзя долго оставаться. Рано или поздно ее найдут, а его уволят. Он даже не может представить ее как жену, ибо уже проболтался, что семья погибла при землетрясении. Ладан полагает, что ему просто стыдно показывать ее остальным. Шакиб предлагает женщине прятаться в подполе. Разговор прерывает помощник. К Шакибу пришли двое мужчин. Это сутенер и Ладан. Их интересует, не знает ли он, где их сотрудница, ушедшая в самоволку. Шакиб говорит, что общался с ней 3 дня назад по видеосвязи. Главарь просит продемонстрировать язык жестов. Мужчина что-то изображает, после чего второй сутенер бросается на него с кулаками. Главарю приходится разнимать драку, после чего он просит передать Ладан послание. Испуганный мужчина возвращается в дом, чтобы сделать укрытие. Он подрывает половые доски, чтобы сделать проход вниз. Ладан спрашивает, кто приходил, и Шакиб рассказывает, что сутенеры вышли на ее след. Женщине нужно срочно уезжать из города. Вечером они едут на вокзал. Шакиб покупает девушке билет и сажает ее на автобус. Но уже в следующей сцене они вместе возвращаются на такси в Красный дом. Не успевает мужчина закрыть дверь, как следом вламываются сутенеры. Они следили за ними. Главарь угрожает Шакибу, устраивая погром. Он хочет узнать, кто помог Ладан сбежать. Бандиты велят мужчине заплатить за потраченное время, обещая отпустить проститутку, если тот заплатит еще и откупные, но срок до послезавтра. В знак доброй воли сутенеры оставляют женщину. Когда бандиты уходят, Шакиб и Ладан думают, что делать дальше – сбежать или попытаться откупиться. Утром мужчина обращается к помощнику режиссера, сообщая, что ему нужно уйти, найти деньги якобы на лечение матери. Продюсер выдает аванс, но лишь часть нужной суммы. С чеком на руках мужчина бежит к Ладан. Женщина предлагает сбежать с этими деньгами, но Шакиб предлагает откупиться, отдав часть денег сутенерам сейчас, а часть, когда ему заплатят за съемки. Он приводит Ладан в декорации газовой камеры, где есть душ. Позже женщина предлагает ему браслет – единственное настоящее украшение из своей коллекции, чтобы продать и добавить денег на откуп. Она признается, что соврала про наркотики, чтобы сбежать к нему. Вид нового дома пробудил желание завести семью. Днем они обедают в доме, пока не заслышали снаружи шум вернувшейся бригады. Шакиб помогает Ладан спуститься в подпол и наставляет ее идти в полицию, если не вернется к ночи. Отпросившись с площадки, он едет автобусом в город. Но бандитам чудеса человеколюбия чужды. Они не хотят ждать пару месяцев, пока закончатся съемки. Шакиб должен принести остальные деньги через несколько дней. На обратной дороге автобус ломается. Пока мужчины пытаются его завести с толкача, на съемочной площадке начинается пожар. Черный дым столбом уходит в небо, после чего раздается взрыв, как раз в Красном доме. Шакиб в панике бежит туда и видит, как дом пылает, объятый пламенем, прямо на глазах статистов. В ужасе он набирает номер Ладан с тревогой, слушая гудки. Женщина не отвечает. Мужчина в прострации бродит близ пожарища, глядя, как огонь доедает последние деревяшки. Он ложится спать в газовой камере, глядя на прядь оставшихся от женщины волос. Утром перед съемками Шакиб просит у помощницы телефон, чтобы позвонить Ладан, надеясь, что она выбралась и просто скрывается от него. В гримерной он глядит на ножницы и режет лезвием вены на запястье, испещренным шрамами. Вернувшийся гример зовет на помощь, пока кровь медленно капает на пол. Шакиба зашивают в больнице, после чего везут в машине обратно на съемки. Продюсер, выгнав помощников, пытается образумить горе актера, на что тот отвечает, что они убили человека, который прятался в Красном доме. Тем же вечером под проливным дождем мужчина разгребает завал, чтобы найти тело. Продюсер, выслушав все, срывается на бывшего бездомного, которому дал второй шанс стать человеком, а тот в благодарность едва не уничтожил весь проект. Продюсер с Шакибом отправляются в отель, где беседуют о сутенере. Киношник хочет откупиться от бандита, чтобы завершить фильм. Утром они вместе едут на пожарище, где уже трудятся рабочие, разгребая завалы и разыскивая тело. Шакиб бросается к экскаватору, никого не слушая и срываясь в драку. Он во всеуслышание объявляет о гибели Ладан, обвиняя продюсера в попытке скрыть преступление. Вся команда переходит на ругань, обвиняя друг друга в срыве съемок. Попытки помощницы как-то урегулировать конфликт ни к чему не приводят. Мужчины предпочитают орать и кидаться друг на друга.
Когда раскопки пепелища ни к чему не приводят, Шакиб велит вернуть грузовики, которые увозили сгоревшие бревна. Получив отказ, он палкой сбивает продюсера. Завязывается народное гуляние, драка в грязи. Одной из девушек разбивают нос, за что Шакиба охаживают по голове оружием пролетариата – кирпичом. Его запихивают в машину и везут в больницу, пока остальные работники не обеспечили место съемок первым настоящим трупом. По дороге помощнице звонит продюсер. Он разузнал про Ладан. Пункт назначения меняется на отель. В номере продюсер, не говоря ни слова, звонит сутенеру. Тот рассказывает, что Ладан вернулась к нему. От хороших новостей и ударов по голове Шакиба начинает тошнить. Продюсер объясняет, что бандиты на самом деле просто хотели срубить с него бабло. Несмотря на то, что продюсер вчера выплатил недостающую сумму откупных, Ладан все равно вернулась к сутенеру. Шакиб не хочет верить, что женщина его обманула, и считает, что продюсер заплатил сутенеру за обман, будто Ладан жива. Шакиб идет в публичный дом, чтобы увидеть Ладан. Однако заведение переехало. Сутенер везет его за город, чтобы организовать встречу, но там выясняется, что проститутка так и не вернулась к ним, а продюсер угрозами заставил бандитов соврать. Шакиб направляется в полицию. Его нагоняет невесть откуда взявшийся продюсер и отдает контракт. За нарушение оного мужчину также приговорят к наказанию. Понимая, что он сам нарушил множество правил и не раз был уличен во лжи, Шакиб задумывается. Он идет на мусорку, где сидит до темна в тяжких думах. После он навещает единственного друга, владельца магазина, у которого крадет ключи и заглядывает в сейф. Шакиб возвращается в отель, соврав по пути помощнице, что встретил Ладан, а утром он возвращается на съемочную площадку. В процессе он замечает у статиста браслет, один из тех, что принадлежал Ладан. Статист нашел его среди обломков сгоревшего дома. Шакиб хоронит украшение в лесу. Это все, что осталось от возлюбленной. Во время перерыва на площадку приходит друг из магазина. Он обвиняет Шакиба в краже крысиного яда из сейфа. Торговец хочет забрать отраву, но тот уже использовал яд. Понимая, что Шакиб кого-то убил, друг хочет предупредить остальных, но горе-актер забивает его насмерть реквизитным пистолетом. В образе Гитлера Шакиб идет по коридору из колючей проволоки. Сверху падает снег, смешиваясь с мокрой грязью под ногами. Обед в самом разгаре. Вся съемочная бригада дружно кушает. Мужчина садится во главе стола и отрешенно наблюдает, как первая жертва падает на землю, хрипя и кашляя кровью. К ней прибегают коллеги, чтобы помочь, но тут же падает второй, затем третий. Киношники испуганно просят вызвать врачей, но некому. Под истошные крики остальных отравленных экран темнеет. И фильм заканчивается так же мрачно и безысходно, как новая любовь, карьера и, в сущности, вся жизнь Шакиба.